ПСР-проект снова в действии. При участии Федерального медико-биологического агентства России и госкорпорации «Росатом» Новоуральская поликлиника получила новые автомобили двух типов. Отечественные машины существенно снизят нагрузку на амбулаторное звено. Какое применение найдут автомобилям городские медицинские работники, расскажет Валерия Конева. Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» продолжается. Помимо масштабных ремонтных работ идет обновление и материально-технической базы учреждений здравоохранения Новоуральска. Совсем недавно в городской поликлинике появились 5 новых машин отечественного производства. В основном эти машины будут работать на неотложную помощь, как в городской поликлинике для обслуживания взрослого населения, так и для обслуживания детей в детской поликлинике. Вот эти вот машины «Лада Ларгус», они еще применяются для перевозки пациентов. Очень удобные, там есть укладки, есть крепление для капельниц, носилки. Поэтому на этих машинах врач неотложной медицинской помощи может сразу же решить вопрос о госпитализации и маломобильного пациента госпитализировать, привести в стационар. Машины эти не уникальны, это довольно типовой проект по их наполнению, но тем не менее они нам очень нужны. Они закуплены в рамках совместного с корпорацией «Росатом» проекта, как уже сказали. Проект этот называется «Повышение эффективности неотложной помощи и качества неотложной помощи». В первую очередь этот проект улучшает сам процесс оказания помощи. Все технические мероприятия, которые идут в ходе него, это подспорье для улучшения в целом помощи населению. И вообще в целом предусматривается, что ожидание вызова врача будет снижено до 2 часов. Оно могло достигать и свыше 8 до этого. При этом иногда мы располагаем кадрами, которые поедут на вызов, но ограничены были в технических средствах. То есть некому было вывести. Добавлю еще одну вещь. В соцсетях в комментариях к предыдущему репортажу я видел комментарий, что места мало. Надо помнить, что это машины создаются для неотложной помощи. Они не предназначены для оказания экстренной помощи, когда действительно в машине скорой помощи требуется выполнять много действий и быстро. Здесь все проще. Здесь носилки исключительно для транспортировки маломобильных лиц и для перевозки в стационар, если будет такая необходимость. Увеличение скорости обслуживания новоуральцев на дому, удобство в передвижении для специалистов поликлиник – это основные достоинства новых машин. В нашем городе подобные авто, модели «Гранта» и «Ларгус» в работе используются впервые. В ближайшее время специалисты сферы здравоохранения ожидают увеличения количества обращений, отчасти из-за сезонности ряда заболеваний. Уже сейчас в регистратуры поступает до 140 вызовов в сутки. Как отметил Глеб Маринков, новые авто станут хорошим подспорьем для наших врачей. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.